приветствовать вас всех в этом зале. Меня зовут Юлия Поваляева, я исполнительница народной песни, солистка группы «Россия». Сегодня состоится наш третий концерт группы «Россия». Он будет проходить в формате мини-фестиваля. На эту сцену выйдут еще несколько коллективов, которые, так же как и я, безумно, очень, я не знаю, любые приятные слова могу сказать про народную музыку. Я ее очень люблю, исполняю ее, и все эти ребята — это очень хорошие мои знакомые, друзья, мы давно дружим. Я вам желаю приятного вечера, хорошего настроения, приятного просмотра, и первыми на эту сцену я хочу пригласить фольклорный ансамбль «Раздолье». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы, на самом деле, рады открывать уже второй раз концерт группы «Россия». Это их третий концерт. Очень дружим с этой группой. И мы начнем с северной песни «Ой, да не за реченькой». Ожидается вечер безудержного веселья, как вы поняли, тоже. Да. Ну и плясовуха у нас тоже веселая. Поехали. Bye.
Следующая песня – «Романс». Еще раз вечером поздно, ставропольский романс. Сегодня нельзя грустить, вы пришли сюда отдыхать, в конце концов. И мы решили достать баян. Мы решили достать баян и спеть казачью песню, как это делает большинство фольклорных ансамблей. Разве черная милая, в гостях я у тебя, ты?
ковер и мало места. Ах, жаль. Маленькая наша импровизация. Припевки Уральской области. Дорогой мой дорогой. С вами был фольклорный ансамбль «Раздолье». Ну что, как настроение у вас? Хочу пригласить этнопроект. Называется он «Калинкор». Встречаем.
потому что инструменты некоторые разложили. Thank you.
Ну и под конец грани весовую. Чего ж там давно понравилось?
заметила, у нас уже повеселее, да, у нас в зале стало? Да? Или все так же? Тихо. Я на эту сцену хочу пригласить творческое объединение «Под облаками». Погромче аплодисменты. Очень маленький регион. Это Белгородская область, конкретно, да, Белгородское Приосколье, если это о чем-то скажет. Вот. Это была протяжная песня, лирика. Мы хотим вам пообещать, что будет сегодня весело, но можно веселиться и под лирику. Умные люди веселятся под лирику. Вот, сейчас мы споем, следующие будут «Страдания». Называется «Мамаша, воля ваша». Очень необычный жанр. Вы сейчас услышите дикие женские вопли. Да. Бабы раньше не заводили скандалы своих мужей. Они выходили, пели душевные, трагические тексты. Опять я подлеца, что-то сегодня меня куда-то не туда. Вот. Очень архаичное звучание будет. Возможно, вы услышите какие-нибудь ультразвуки и все остальное. Мамаша, ты моя ваша, и да пропоела моя любовь и душа, ой, рай, да пропоела.
бабы пострадали, страдают мужики. Это всем известно. Мужчины наши сейчас пострадают. Это особая традиция. В полголоса. Они не могли, вы не могли заявлять это на всю округу, что... Да ладно. Не могли. Вот, сидели где-то там скромненько, в полголоса пили о своей судьбе. Когда я пойду, парни на девчонок, парни пострадали. Колосковские страдания, так и называются. Чаще всего они означали, из какого села, в каком селе. Вот спели и пошло. Это просто у меня было. О, миллионочка, котеночка, котеночка, Мицо, говори, я бы.
Прессовались даже. Представляете? Было и такое. Прессовая песня. И кто же нас ехал на коне? Подробим. Подробим, сказал. Всякое было. И в тюрьму попадали. Тюремная лирика. Жил-то был мальчонка. Пострадает. Жил-был да мальчонка. Эх, сам он в ней. Если мальчик проживал. Когда жил. Yeah!
Дебют был у нас. Не, мы не оправдываемся. Ой, я вырою черемушку. Да? Мы заранее расскажем текст, чтобы было понятно, о чем мы поем. Ой, я вырую черемушку, да во темном лесу. Посажу же черемушку в зеленом саду. Возьму же я ведерочки, да буду ее поливать. Расти, расти, черемушка, тонкая, высока. И дальше идет мораль. Нельзя, нельзя черемушку неспелую рвать. Нельзя, нельзя девчоночку несватану брать. Ясно? Ясно. Нет, мы будем петь без морали. Поэтому ее заранее сказали. А я выраю вот черею амошеку. Bye.
Вы слышали, что с ним произошло-то? Женщины коварные. А может, сегодняшнего вечера? Сейчас вы услышите то, что подходит к данному времени, суток, времени года. У нас мужской состав, ну тут вот у нас есть залетная пташечка одна, просто нет третьего. Вот, это архаичный инструмент, который сейчас с вами кое-что сделает. Я не скажу, что. Да, я расскажу. Не рассказывай все секреты. Это обертоновая флейта, в народе дудка называлась, делается из... раньше делалось из татарника, сейчас татарника мало стало, сейчас из борщевика делаем. На этих инструментах играли мужчины, в основном они угоняли, когда стада лошадей ночное, куда-нибудь на озеро, на реку, садились около костра, резали, резали эти дудки. И садились всю ночь там втроем, вдвоем, еще больше садились и начинали играть медленно, где-то такую музыку, она сейчас выглядит. Ну, под нее иногда даже плясали. Вот. Что, слушайте. Зазывали коров, а? И баб. В нашем случае баб. Летайте.
Здравствуйте, большое спасибо. Давайте еще раз поаплодируем. Замечательно, ребята. Пришло время и мне представиться. Я как один из организаторов этого концерта. Меня Мальчик зовут вот в интернете. Итак, я хотел бы сказать, что сейчас мы переходим к выступлению, собственно, группы «Россия». Небольшой перерыв нужен будет для того, чтобы убрать микрофоны лишние. А я хотел два слова сказать об этом клубе, потому что наше выступление здесь совершенно не случайно. Я лично являюсь организатором музыкальных джемов, которые длились с 2013 года по конец 2015. Здесь они на первом этаже проходили очень часто. И этот клуб не просто место для зарабатывания денег, это настоящий дом культуры. Вот. Благодаря арт-директору Арайка Копяну, я его очень благодарю за всю его работу, благодаря ему это произошло сегодня, вот эта встреча. Итак, буквально несколько минут, и мы начнем. Спасибо. Thank you.
Thank you.
называется «Красота». Thank you.
Thank you.
да. Думаю, вряд ли под нее можно уснуть, правда? Следующая песня у нас называется «Маг». Она такая очень красивая. Вот, я уже смотрю, кому-то эта песня полюбилась. Мы сейчас будем немножко с вами колдовать. Поехали. Сегодня у нас третий концерт. До этого мы исполняли все эти песни, а сегодня у нас
мы приготовили для вас новую песню. Называется она «Кумушки-голубушки». У кого есть желание, можно танцевать. Сказать. Надеюсь, что вам очень понравилось. И я хочу представить группу «Россию», каждого. Клавиши. Виктор Жандаров. Бас-гитара. Дмитрий Рессер. Барабаны. Мэтт, ударные, да? Мэтт Чип! И, конечно, Юля Поваляева, пожалуйста, поприветствую. Какую вы хотите еще раз услышать?
Сейчас мы посмотрим, кто у нас ходил на концерты, кто знает уже наши песни. Мак? Новую? Я тоже думаю, надо новую повторить. Зато порепетируем. Ну так что, голосуем. Может, еще раз все повторим? На горе, Мак. Мы можем повторить еще, 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 еще. Золотые головки.
Спасибо большое.